После матчевого интервью даст игрок команды Nordost. 2-5, не очень позитивно. Что пошло не так, что не получилось сегодня? Ну, в первую очередь, хочется поблагодарить всех ребят за их игру. Да, сложно сказать, что что-то пошло не так, просто пенальти в свои ворота, пару голов с отскока и привоз, получается, защитника. Ну, буквально на своих же ошибках мы и пропустили эти голы. Ну, еще важно отметить то, что перестраиваться с мини-футбола на формат 8-8 сложная задача, но мы стараемся. Какие задачи вообще на этот турнир команда ставит? Просто сыграться, приобрести опыта в игре 8-8? Вообще, если честно, мы очень амбициозный коллектив. Нам бы хотелось не только перестроиться 8-8, но еще попытаться выиграть турнир. Ну, я понимаю, что это будет сложно, но мы будем стараться. Спасибо большое, удачи вам в следующих матчах. Ждем от вас первых побед в турнирах 8-8.